я, Иван-Рос Хлоэль-Хадуламид, седьмая принцесса падшей империи, избежала позорной казни благодаря яду, дарованному мне сестрой. Причиной всего этого является он, Михаэль Сагнита, жертва алхимических экспериментов правящей династии Ирама. Всего за неделю он захватил империю. Я всегда была против такого отношения к подобным Михаэлису, но боялась участвовать в борьбе за власть. Однако высшие силы даровали мне шанс. Я очнулась за 7 лет до произошедших событий. Теперь, Михаэлис, я выбираю тебя. Помоги мне стать императрицей и даровать свободу каждому.